Правило 6. Как уберечь любовь? Важно не то, что человек говорит, да, важно не то, что он говорит, да, о чем он говорит, а то, что он делает. Смотрите по делам, как говорится. Традиционно считается, что постоянное общение супругов способствует укреплению отношений, в то время как недостаток общения ведет к угасанию чувства. Существует убеждение, будто открытый и честный диалог – наилучший способ развеять недоразумения, возникающие между мужчиной и женщиной. Все знают, что в неудачном браке больше всего мучает атмосфера холода и молчания. Холода. Но это совсем не означает, что общение может быть гарантией от всех бед. Безумолчный разговор ведь может служить не только для обмена информацией и для выражения чувств. Нередко разговор ведут с целью давления на собеседника, вселения в него чувства вины, в конечном счете с целью подмять его под себя, переделать его по своему образу и подобию. Поэтому, скажем так, общение, оно бывает разное, скажем так, и не всегда приводит к положительным результатам, как здесь написано. Надо постоянно помнить, действительный характер отношений определяют не по словам, а по делам. Если вы хотите сохранения любви, ориентируйтесь на поступки, а не на пустопорожнюю болтовню, не на обещания и на клятвы.